Всем привет! С вами снова Ниагара, и мы продолжаем. Тут мужчина что-то так странно болтается возле шеста. Ну, явно что-то с ним не так, да? А, продолжаем идти по сюжетке. И у нас задание найти хату ворожея. Как мы помним, там у барона пропала семья. Мне что, назад? Почему назад? Показывают идти назад. Барона пропали, жена и дочь, они там с ним заключили договор, да. Вот. Хотя, вот смотрите, а желтенький указатель мне показывает назад. Ну, мы идем по пунктиру. Побежали, быстрее, быстрее, быстрее. Ну, я уже эту плотву звать не буду. Ладно уж. Ну, так вот. Мы с ним уговорились, что я найду ему, например, его жену и дочь. Ну, или одну из них. И он мне там по поводу Цири, возможно, что-то там расскажет. Погнали! Ну, я думаю, что не все так просто с тем, что украли его жену. Вот здесь уже можно позвать плотву. Пока находите, я тут пособираю кучу. Так. Скорее всего, это, да, нечисть какая-то. Ну, как вариант. Так что я не знаю, чего нам ожидать с моим четвертым уровнем. Плотва не так быстро. Не так быстро, да. У нас тут прочерчен путь. И как всегда, я скачу в какую-то непогоду, как обычно, дождь, что-то там, фигня какая-то, то мороз. Так, тихо, чуть-чуть, поворот. Проехали немного. Чуть сворачиваем, да что-то прямо в березняки в какие-то. Там олени бегают. Ну, как вы знаете, я мирных животных не трогаю. Стараюсь как бы это... То есть мы истребляем только каких-то волков там. Нечисть. Вот. Всяких зайчиков и так далее мы не трогаем. И да, было время, я что-то как-то зарезала пару куриц в деревне. Ну, отдохни. Не суть, важно. Так, здесь еще мы срезаем через березняк. Срезали, да, и по тропиночке. Какие тропинки здесь в лесу. Смотрите-ка, мы приехали. Ух ты. Отдохни. Это хата ворожея. Да ладно. А что здесь делают солдаты барона? Корешева. Тебе чего? Хочу с ворожеем поболтать. Так ты опоздал. Сейчас мы с ним болтать будем. Да ладно. Нужен второй уровень бана. К сожалению, видите, красный. Убирайтесь, то я вас убью. Я не знаю, убивать их. Вот, конечно, лучше бы применить обман, но у меня нет этого второго уровня. Поэтому... Я вылечу Эдрика, вы пойдете отсюда. Давайте вот так выберем. Так уж вышло, что колдун мне нужен живым. Если я расскажу, как вылечить Эдрика, оставите ворожея в покое. Ну, в общем... Да или нет? Ну ладно, говори. От желудка дайте ему отвар коровика. А места, где есть сыпь, обложите дикой мальвой. Через пару дней выздоровеет. Попробуем. Но если не подействует, вернемся сюда. Идем, уважаемые. Ну, посмотрим, мы... что за человек насолил приятеля Эдрика. Спровадили. Заходим, что ли, постучать. Эй, есть там кто? Открывай, не бойся. Кого духи несут? Чего он хочет? Мне нужна помощь. Человек, а волк. Седой, а не старый.
Его-то ворожей и ждет, пождет. Так, как это ты меня ждал? Ты ждал меня? Кости мне так предсказали. Придут те, что смердят насилием и смертью, но волк их прогонит, белый волк. И пришел, ворожба не врет. Мне нужна помощь. Узнаешь вещицу? Сделанная из елового дерева, пахнет можжевельником. Она должна была кого-то оберегать? Свежая ель козьей кровью окроплена, кадилом можжевеловым окурена для Анны на охрану. На охрану чего? От чего он ее должен защищать? Злые силы Анну окружили, во владение взять хотели. Старая магия, что родится из небытия, течет из черных истоков. Старая магия? А точнее... Об этом болтать не можно. Этого касаться не дозволено. Ворожей мог дать только чуточку для охраны. Ничего больше поделать не мог. Так, ладно, понятно, я ищу Анну. Анна и ее дочь пропали. Ты знаешь, где они? Нет, ворожей не знает. Но духи могут знать. Ворожей ворожить будет, духов спросит. Пусть будут духи. Лишь бы понять, где их искать. Искать. Лучше княжны. Княжны никто. Никто не ищет. Что еще за княжна? Княжна! Коза! Убежала! Перепугалась, наверное. Может, вернемся к делу? Без козы? Без козы не выйдет. Блин. Не буду я бегать за козой. Ладно, я найду козу. Ты поможешь мне, если я ее приведу? Княжна! Княжна! Куда же ты подевалась? Ладно, схожу за ней. Колокольчик любит. Позвонишь ей, она и придет. На минуточку. Только береги земляники и дикой малины. Да я их близко не подпускаю. Это коварное чудище. Прикололся он, походу, да? В основу предмет для задания. Приготовьте его к использованию, разместив соответствующие ячейки в окне рюкзака. Затем выберите его в меню быстрого доступа. Чтобы воспользоваться предметом, нажмите или нажмите РБ. Так, ну давайте посмотрим, что он там дал мне. Так, ну да. Топорик лучше как бы поменять, что ли. Как-то так. Так, и чё там колокольчик для козы? Где это? В основу предмет. Но новых предметов я не вижу. Я и реально не вижу. А, вот он. Он у меня в кармане, ё-моё. Да-да-да, все понятно. Так, а как мы можем его применить? Вот. Предмет необходим для задания. РБ, да, чтобы его применить. Ну ладно, мы попробуем приманить эту козу. Что ли, она что-то свалила, да, куда-то? Она нам очень-очень крайне нужна. Я так думаю, что, блин, меня тут ожидают легкие неприятности, да, он там, судя по карте. Я пока сама конкретно нарваться не буду, ну, блин, если только вот так вот. Как-то вот так вот. Оп! Оп! Тихо. Да мочи его, мочи уже. Вот так. Сырое мясо. Ой. Так, здесь тоже есть что подобрать. Ну и отправляемся дальше. Так, коза-коза. Коза-коза. Не то. Гром он использовал.
как мне использовать колокольчик ворожея, а? Гром, гром, гром. И хочу использовать колокольчик от того, чтоб тебя. Бигзак. Так. РБ, да. Сейчас, подождите. Ба. О! Вот так вот. Подманиваем его. Эй! Алло! Здесь безопасно. Ну давайте, может быть, там вот этого волка еще убьем. Ну вот он есть где-то, да? Вот он. Да иди ты сюда. Стоять. Сырое мясо. Иди сюда. Овечка. Ну, я, собственно, хожу в эпицентре, так скажем. Волков перебила. Где это? Овца! Овца, ты где? Давай, иди сюда. Овечка. Тут что-то мы можем собрать, да, вот эту вот штуковину. Так, каприфоль. Замечательно. Алло. Но я не вижу овечку, вы видите? И овечка. Побежали, что ли, тогда? Попробуем здесь обижать как-то вот. Тут уже граница. Угу. Зовем ее. Где-то здесь. Это что такое? О, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва! Тихо, 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 тихо. Оп! Оп! Парни, парни, одичавшая собака. Так, телекинический удар. И я думаю, что Игни лучше всего. Оп, оп. Уходим. Так. Руби, руби, Геральт. Как никогда не рубил. Он идет, идет. Оп! Одичавшая собака. Офигеть. Может, поэтому овечка к нам не прибежала, а? Что там у нас? Сырое мясо. Ну, на крайняк, да. Я могу этим полечиться. Там, смотрите, как еще много, блин. Этих тварей. Что тут могу с ним пособирать? Ну там, походу, еще дофигища. Я выхожу за круг поиска. Мне бы... Не надо бы туда валить. Ну их нафиг. Можно, конечно, их замочить ради чего-то там, но... Но... Мне нужна эта овечка. Я вот схожу и не могу ее позвать. Вот здесь мы вот, ну, ой, РБ. Овечка, мы тебя ждем, звоним в колокольчик. Видимо, вот чуть я. Так, ну хорошо. Вон она. Где-то вот здесь. Так. Так, это что, следы? Наверное, сюда. Так, ну ладно, верно. Ой. Не то действие, да? Еще один след. Мне показывают дорожку, вот что. Вот что. Здесь следы. Хорошо. Еще один след. Хорошо. Но следы-то да. Вот тут еще есть. Еще один след. Где-то здесь гонят что-то. Что там такое? Еще волки? Хорошо.
Ой. Отзываем ее. Ну, здесь волк. Чтоб его. Ну, быстренько зарубим. Так, ну чё, овечка? Мы сегодня найдемся или нет? Ё-моё. Ё-моё. Кругом волки, что ли? Вот он везде смотрит на эти круги. Да блин. На следы-то посмотри, что ли. Вот, смотри, смотри. О. Наверное, сюда. Сюда? А мне кажется, что мы идем куда-то. Еще один след. В каком-то неправильном направлении. Ой. Смотрим, да, но она что-то куда-то топала вот туда. Туда. Далее. Там опять волк. Похоже. Ну вот где-то сюда. Сюда, сюда, сюда. Так. Хорошо. Где-то тут, да, но я еще иду один след. По ее следам, но дальше там вот. Завишь ты ее. Чтоб нафиг ее. Да где? Так, еще следы. Вот тут вот следы, да? Давай, 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 вот. Хорошо. Не знаю, что-то где-то здесь было. Ох ты, там сколько их, да? Это их там так дофигища. Так, ребята. Ну где? Ну где? Вот я заколебалась. Где эта коза? Вот реально. Коза, ты где? Вот ты где. Где? Наверное, сюда. Коза. Коза ворожея. А, княжна, иди сюда. Вот упрямая скотина. Так иди сюда. О, господи, ну неужели? И что с ней делать? Попробую с колокольчиком. Теперь пошли к ворожею. Пошли за мной, что ли? Так, ну нам где-то вот сюда, да? Пойдем, отведу тебя к ворожею. Он сохнет от тоски. Она идет за мной. Ну я здесь попробовала разобраться с волками. Как бы. Ну иди, иди же. Да, иди. Мне правда надо все время звонить, чтобы ты шла? Ну да. Вот такое тупое животное. Нам все время нужно позванивать, чтобы она топала за мной. Не отходить далеко. Иди сюда. Куда лезешь? Тупорылое это животное, а? Господи. Как ты тупая. Пошли за мной. Как ее отвезти? А вот какой лишь он что-то жрет. Блин. Медведь! Беги, глупое животное! Вау! Вау, 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 вау! Ох ты, черт! Ох, ох, вау, 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 вау! Вау, 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 вау! Мы ничего, мы потом помедитируем. Глупое животное, реально. На, держи. Вау! Так, ну ладно. Медведя мы завалили. Хоть и с проблемами. Сырое мясо, медвежья шкура. Ладно. Дайте-ка помедитируем. Ну так, немножечко.
Коза это не слушается. Может быть, и как бы оно таки нужно было, чтобы она тут пока побегала. Где она вообще? Чтоб тебя, коза. Пошли. Мне правда надо все время звонить, чтобы ты шла? Ну, видимо, да. Пойдем. Блин, вот это... Я не люблю такие задания, когда нужно вот так вот... Чтобы не отставал от тебя компьютерный этот персонаж. Чтобы его постоянно контролировать, защищать. Я не люблю вот это. Она идет за мной. Ну, вроде идет. Так, не так много осталось. Все же, да? Ты, конечно, не плотва, но со временем мы могли бы и подружиться. Плотва. В конце концов, у тебя есть достоинства, которые присущи каждой плотве. И не говоришь лишнего. Ну, мы дошли, да? Ворожей. Давай, иди сюда. Вот, 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 вот. Я же привела, да? Есть. Задание выполнено. Козенька! Козя милая! Такой. Теперь ты мне поможешь? Мне тоже очень приятно, но я немного тороплюсь. Анна и Тамара могут быть в опасности. Белый волк помог, ворожей тоже поможет. Кровь! Надо крови живого существа! Козу свою лучше привяжи, а? Чтоб не бегала по лесу. Хорошо, сейчас вернусь. Лучше найти не смог. Это все, что я могу. Да, что-то с ним не то, а. Кровь! Вижу кровь! Чью? Нету Анны, нету Тамары, есть тебя! Да ладно, их замочили, что ли, уже? Мы опоздали? Не живет, а и не умерла! Что за ботва? Фу, о каком ребенке ты говорил? Чье дитя? Анны. Анна была беременна? Была. И скинула. И барон ничего не сказал. Может, боялся. Может, стыдился. Может, не помнил. А может, помнить не хотел. Так, а при чем здесь барон? Барон как-то был связан с выкидышем у своей жены? Человек он порывистый, горилки не сторонится. А после горилки нрав у него еще круче становится. Он издевался над семьей. Анна была у тебя, ты должен был что-то заметить. Ворожей старый, слепой, но княжна пришла и руку ей полизала. И что же? Мудрый она зверь, только к тем приходит, какие страдают. Так что стало с ребенком? Что стало с ребенком? Без обряда его закопали. Вот он и проснулся. Блуждает, мести ищет. И Гоша. Белый волк, мудрый волк. Поймает и Гошу, и Гоша поможет. Приведет к родным. И Гоша высасывают кровь у беременных и пожирают их плоды. Они не помогают. Потому как прокляты. А ведьмаки проклятие отводят. Ежели белому волку не повезет, пусть кровь принесет. Кровь всегда родную кровь найдет. Так, как
снять проклятие. Мне надо узнать, где Егоша. Что бы там ни было, сначала мне надо найти Егошу. В полночь ищи, у могилки пустой. Если ты прав, где находится могила, должен знать барон. Да, вот тебе и раз. Чего он меня так толкает-то? Перечитать бестиарий, узнать больше об Егоше. Хорошо. Бестиарий. Так. Проклятые. Егоша. Сказать, что Егоша отвратительный, но все равно, что утверждать бы только говно. Не особенно приятно на вкус. Вроде верно, но все правду передать не может Ламберт, ведьмак, школа волка. Егоша — это, пожалуй, наиболее отвратительное из чудовищ, с которым приходится сталкиваться ведьмакам. Он возникает из мертвого нежеланного ребенка, которого после смерти даже не похоронили надлежащим образом. Выглядит он как сгнивший новорожденный, искаженный, наполняющими его ненавистью, страхом и злобой. Этот мерзкий монстр обычно питается силой и кровью беременных женщин, которые таким образом постепенно доводят до смерти. Фу, да уж. Вот вам и задачка. Здесь, наверное, я у него ничего особенного нет. Я все-таки пройдусь. А, ну, можно взять письмо к урожаю, что-то там какое-то. Это только затушить. В общем-то, пустая лачуга. Ничего такого особенного мы в ней не нашли. И продолжим мы с вами в следующей части. Отправимся к барону, попробуем узнать по поводу его семейных дел. Что там такое? Почему беременная скинула и так далее. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Надеюсь, вам нравится этот летсплей. И всем до скорого. Пока-пока.